Ряду, нагонял беду. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь, поэтому мы уважаемые люди. Его даже не накормили обедом. Крахоборы. Проблема в отсутствии уважения. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Юра, посмотри, какая у нас красота сегодня. Тортик. Но не просто тортик, Юра, а Наполеон. Наполеон. Красота, и я думаю, что это даже вкусно. Мы скоро попробуем. Привет, друзья. Сегодня у нас опять встреча с Юрой и с вами. Так вот, друзья, у нас в сфере ЕЛТ, мне кажется, всего одна проблема. Отсутствие взаимоуважения. Как происходит отбор кандидатов на конференцию? Значит, сначала мы составляем, значит, расписание конференции. Вот у меня расписание конференции. Мы зовем 2-3 зарубежных хороших спикеров. Потом мы зовем ближний круг своих друзей. Мы, значит, планируем, окей, у меня должно быть 500 человек, у меня должно быть столько-то секций, и мне надо такое-то количество российских спикеров. У тебя случайно нет затычки, Юр? Дай, пожалуйста, затычку. Пожалуйста. Спасибо. Вот. И получается, что у нас в расписании возникают вот такие дырочки. Мы берем российского спикера и просто используем его как затычка. Смотрите, как хорошо, кстати, подошло. Вот, пожалуйста, наша затычка. Мы должны ценить не то, кто является native спикером, кто является non-native спикером, а то, что профессионал человек или нет. И в этом я иногда не вижу логики. Вот у меня, значит, тут бумажка с одной конференцией, на которой я участвовал. Сейчас я вам зачитаю, что происходило. Значит, пленарные спикеры. Пошли пленарные спикеры в России. Первый человек, не буду назвать имени, первый человек из США, второй человек из UK, третий человек из Великобритании, потом пошли уже Россия. Но должна быть в этом определенная логика. Просто я вижу фамилию, а вы этих фамилий не видите. Извините. Вот. Так, перелистнем и посмотрим, что у нас происходит в секции. В первой секции кто у нас выступает? Товарищ из США, значит, Великобритания, США, Великобритания, Монтенегро, Черногория, я, США, Канада, США. Ни одного россиянина. Прекрасно. Перелистнем еще раз листочек. Вот, здесь вообще все красиво. Значит, 7 человек выступает, все из России. То есть какая-то дискриминация у нас по месту рождения, по, не знаю, по паспорту, да? То есть в основном иностранцы выступают в секции иностранцев, россияне выступают в секции россиян. При должной подготовке, при наработке выступлений многие хорошие российские спикеры дадут фору многим зарубежным спикерам. И организаторы конференции, наконец-то, научитесь уважать людей, научитесь уважать своих коллег, научитесь уважать своих соотечественников. Один из моих друзей попросил организаторов конференции провести на эту конференцию человека, который будет помогать с презентацией. Ему сказали, да, вы можете провести этого человека, но только на время вашей презентации, потом этот человек должен уйти. Неужели вам сложно предоставить один бесплатный билет человеку, который создает ценность для вашей конференции? Ребята, не будьте такими жадными. Дожили до того, что спикеров даже не кормят во время обеда. Ребят, это очень некрасиво, я вам хочу сказать. Без разрешения спикера вы снимаете видео. Вы продаете видео спикера без разрешения спикера. Почему вы хотя бы спикеру не предоставляете не то, что все видео с конференции, а его речь бесплатно? То есть спикер у вас должен купить свою же речь. Многие университеты мира открывают базу своих данных для всех, у кого есть выход в интернет. MIT. Десятки тысяч видео. Смотрите, пожалуйста. Нобелевские лауреаты ведут лекции. Вы можете просто зайти на сайт и это посмотреть. Про Курсеру вы же слышали? Тоже бесплатно. Пожалуйста, обучайтесь, смотрите видео. Я вас удивлю. Существует такая вещь, как TED Talks, где люди, обладающие опытом, просто делятся с вами. Я вас удивлю. Есть такая платформа, которая называется YouTube. Вы можете найти видео,
десятки, сотни тысяч видео на любую интересующую вас тему. Весь цивилизованный мир открывает информацию для своих коллег, потому что только посредством кооперации, только посредством взаимообмена знаниями, опытом мы сможем что-то построить. Давайте помогать друг другу, давайте выступать на конференциях. Поймите, наконец, друзья мои, вы круче многих, вне зависимости от того, что английский не является вашим родным. Во многом вы круче, вы выучили этот язык, вы умеете преподавать, вы выступаете на языке, который изначально не являлся или не является вашим родным. А почему бы не поставить хорошего российского спикера в пленарку? И почему бы не поставить иностранного спикера в секцию? Вот увидите, 2-3 ноября 2019 года мы поставим хороших спикеров, российских хороших спикеров в пленарку, и мы поставим хороших иностранных спикеров в секцию, но без дискриминации. То есть если будет на самом деле необходимость, чтобы иностранца поставить в пленарку, мы тоже это сделаем. То есть мы будем основываться на профессиональном анализме спикера, и возможно мы вырастем до того, что российских спикеров будут приглашать на зарубежные конференции, и мы там будем выступать на пленарках. Спасибо всем, друзья, увидимся.